Всем привет, друзья! С вами Хантес. Очередной ролик по личному острову. В этом я хотел бы вызвать волну, давненько не вызывал. И вот такими турками и гантрапами обзавелся, заодно их затестить. Вот так вот домик обстроил. То есть зомби в первую очередь должны рушить фундамент, а потом еще забор и т.д. и т.п. То есть, в принципе, волну неоднократно чинили, то время добавляли, то убирали. Давно не вызывал и, в принципе, будет, думаю, актуально. Так, давайте, не буду затягивать. Здесь вот динамик расположил. Ага, время опять вернули. Я в первую очередь хочу посмотреть, как себя поведут турки. Что они вообще как? Ага. Как ты вообще? Максимально волна трупов. Вот, волна трупов, понятно все. Я на самом деле, друзья, так и думал. Ладно. Это пипец, это на самом деле, друзья, пипец. Просто турки максимально бесполезны, еще и по мне херачат. Ясно все. Я вот так подумал, что так и будет, поэтому не зарядил. Вот куда она стреляет? Только не говори, что ты 500 патриков уже выстрелила. Охренеть просто. Друзья, 500 патриков было. Да, ну я так и думал на самом деле. То, что вот это все из-за высоких фундаментов. Здесь она все максимально адекватно, да, расстреляла, зачистила. То есть, в принципе, турки гантрапы, они помогают. Сколько здесь? Ясно, все. Все своими руками, друзья. Вот, кстати, здесь дробаш, он максимально должен быть эффективен. Его, на самом деле, можно перезаряжать. Вот так вот. Пока бежишь через инвентарь. Это как чит прям. Так, волну я так и не зачистил, потому что какого-то хрена у меня вот здесь вот зомбарь, да, забагался где-то. А я его не вижу. То есть волну так и толком не пофиксили ни хрена. У меня, по сути, другая волна уже должна идти. Я даже не знаю, где зомбарь. Он... А, вот он на миникарте, благо, отображается. Где-то вот здесь вот, да? Может быть, турку можно как-то переместить? Да, турки, в принципе, бесполезны. Просто лишняя трата ресурсов. Где вот? Где вот он? А, вот он. Вот он. Он просто в фундамент зашел. Ага, это я сейчас дамажу свой фундамент, да? Да. Ну, хорошо, хорошо убивают, но... Ну что ты делаешь? Что ты делаешь? А, то есть... Охрененно. То есть трап, он стреляет, в принципе, еще и по трупу. То есть турки, друзья, турки, это полная херня. Они еще и по трупам стреляют. Понятно все. То есть все своими силами, окей. Так, собакенов в первую очередь. Вот гантрапы, гантрапы вот тема. А турки? Турки херня полная. Вот куда ты стреляешь? Еще и фундаменты входят, зараза. Здесь вот турки справляются, да? То есть их нельзя, друзья, запомните. Их нельзя ставить на высокие фундаменты. Да... Убивает. Опять, да, где-то? А, все, зачистил, хорошо. Это, конечно, проблема. Прям на подходе их буду нахер. Толстяков нет смысла убивать.
Дробаш вообще, друзья, здесь рулит. Так, давайте. Ага. Вот это, конечно, жопа. Вот это, конечно, жопа. То, что они... Ну, не до конца. Сколько разрабы эту обнову не делали, сколько они переносили, сколько они фиксили. Один хрен. Куча багов. Просто куча багов. Вроде бы все, да? Добавили они вот на миникарте, что громкоговоритель там моргает, мигает, то, что работает. Вроде бы я укладываюсь. Две волны зачистил. Прям на подходе их убивать. Собакенов вот надо искать. Да, гантрапы, конечно. Гантрапы, друзья, гантрапы вообще тема. Собакен. Раз. Двас. А эти турки, это полная херня. Их, кстати, можно, мне кажется, от фундамента куда-то вот сюда вот, в другую сторону. Хотя их в первую очередь будут херачить, их сломают. Так, вот, друзья, пользуюсь им щитом, так сказать. И через инвентарь перезаряжаем. Это прям вообще максимум профита. Пока бежим до следующего угла. В инвентарь заходим. Благо, на нас только собаки агрятся. Просто посмотрите, что делает дробаш. Все, зачистил, что ли? Что-то какая-то изичная волна вообще. Неправда, вообще изичная. Может быть, то, что трапы мне помогают хорошо. Так, давайте восстановим. А, 22 секунды, я понял. Собакин, здравствуй. Где еще один? Что-то сломали. Хера себе, даже уведомление приходит. Ты что там, до гантрапа хочешь добраться? Да, дробаш вообще тема, конечно. Ага. Башка твоя застряла. Надеюсь, ее смогу убить. Угу. Надеюсь. Опа. Нет, трап вообще круто. То есть он, в принципе, вообще четко уронит. Так же, как я, получается, с дробаша стреляю. Он также уронит. Вот, гантрапы, гантрапы еще тема. Так, и починить. В принципе, должен смочь починить, да? Фундамент... Сломался от атаки перевод. Все, все под контролем. Так. Куда ты залез? Собака, раз. Вот, где большое скопление, еще раз, друзья, уже говорил. Где самое большое скопление, в первую очередь тут зачищайте. Потому что они сломают нахрен. Отлично. Получай. А по кому он стреляет? А, ну труп, то есть труп, да? То есть получается, даже если убили, труп он же не сразу исчезает. И все равно и трап, и турка агрится. Вот это, конечно, разрабам надо фиксить. В первую очередь фиксить. Это просто столько патриков тратится, жесть.
У меня турки разрядились на первой волне нафиг. Так, починить я вряд ли смогу. Мне, наверное, КД. Так, собаки где? Вот одна. Вот вторая. Так, жаробасина. Так, через инвентарь. Максимально быстро. Все, у меня, по-моему, и трапы закончились, да, Патрики? Так, у меня еще, в принципе, 20 минут. Там одна-две волны вроде бы как остались. Так, ну ладно, давай так перезарядимся. Или вот так вот можно, в принципе. Это же тоже нужно тратить. Так, вроде бы все, да? Сейчас починю. 25 секунд, блин. Это немножко проблема. Что-то сломали. Где, интересно? Не здесь. Ага, вижу. О, трап. Красавчик вообще. Да, а топовая турка, наверное, тоже так же тупит будет. Но ее главное, друзья, получается, эту турель правильно поставить. Но, блин, ну она будет по трупу стрелять. То есть она просто пипец. Там такая скорострельность. Она будет просто по трупу херачить с неимоверной скоростью. Это столько ресурсов будет тратиться. Столько патриков зазря. У меня сейчас этот сломается. Дробаш. Так, надо починить. Надо срочно починить. Так, отлично. Благо ресурсов немного уходит на починку. То фармить, блин, долго придется потом. Все, да? Ну вот, друзья, эти турки, я думаю, можно использовать на боссов. Так, ветряк. Одна единственная положительная плюшка. Я думаю, эти турки можно использовать на боссов. Потому что они пипец, они же разрядятся очень быстро на него. Так. Где больше всего? Да, ну изи-изи, в принципе. Уже, в принципе, скоро должен босс идти. Жалко, конечно, что турки такие тупые. А то я бы просто их включил и стоял бы, смотрел. Все. Этих я убил. Да, вот трупы долго пропадают. Так, починить смогу. 70 секунд, охренеть. Все, вот он босс. Сейчас почищу более-менее волну. Этот босс вообще там фундамент ненужный ломает. Так что пофигу, в принципе. Босса в последнюю очередь. Главное, вот этих вот дуралей. Времени еще просто навалом. Ага, что-то опять сломали.
Напишите обязательно, да, в комментарии, как вы убиваете. Я пару роликов, в принципе, тоже на других каналах видел. Там, блин, такие базы строят. Так, и у меня, короче, друзья, что в мыслях сейчас? Что у меня сейчас в мыслях? Это мне сделать. Поставить пятерки на крафт. Прям в темпе. Прям в темпе. И зарядить турку. На босса. Так, все, больше ничего толком ломать не будет он. Я хочу сейчас убить. Тут патриков уже нет, да? Сейчас можно, конечно, и трап на него поставить. Так, давайте вот это вот заберу. И один прямо ему в рожу поставлю. Это будет очень быстро. Чтобы без дела не стоять, оружие можно на него не тратить, в принципе. Так, почему не ставится? О, все. Так, подожди, я поставил на какой фундамент? Да, мне спеть нихрена. Сколько вот он забирает? По чуть-чуть, конечно. Но все равно, лучше, чем ничего. Оружие не нужно будет ломать. Ты что не стреляешь? Стреляй давай. Так, и вот так вот поступаем. Давай, вперед. Ну. Сейчас растает просто. Просто растает. Так, вот это вот тоже разрежу. Просто в турку буду докидывать. Ага. Это будет даже быстрее, чем если бы я убивал. И просто стою, наблюдаю. Друзья, очень много вопросов возникает, как, почему дропы не падают, как вызвать дроп. Вот, друзья, сейчас я, получается, дочищаю эту волну. Так, подожди, какой фундамент ломается? Ты мне бы гантрап не сломал так. Ага, продолжай. Сколько у тебя там осталось? Интересно, а если турка добьет? Ну, это по-любому должно засчитываться, как мне же. Заодно и узнаем. Да, конечно. Съедает она очень быстро, патрики. А у меня там нет накрафченных? Там, в принципе, и разрывухи можно. Разрывухи вообще бесполезны. Ух, нихера себе я сейчас могу закинуть. Она же не должна тупить, в принципе. Так, соточку оставлю, мало там пригодятся. Вот. И вперед. Ага, продолжай бить. Есть. Да, все отлично засчитывает. Все, можешь успокоиться. Вот проблема, друзья. Большая глобальная проблема. Это что пока труп не исчезнет, турка так и продолжает агриться. Вот это, конечно, разрабам срочно нужно фиксить. Это какая-то херня. Ну и заслуженная награда. И сейчас дроп упадет. Получается, дроп упадет прямо рядом с базой, по сути. И посмотрим. Стоит оно того или нет? Хотя вообще без проблем зачищается абсолютно. Вот додумать еще, как турки поставят грамотно. То есть именно их как-то надо ставить, либо МВК фундамент сделать, чтобы они его долго били. И прям вот сюда куда-то на край. Ну, вы сами видели. Мобы заходят, получается, зомби и фундамент. И они стреляют очень долго. Ни в коем случае, друзья, не заряжайте в гантрапе и в турке разрывные патроны. Иначе они просто будут помогать зомби
херачить эти фундаменты, ваши постройки. О, прям на мой фундамент упало. Ждать здесь долго не нужно. 10 секунд. Как-то интересно. 9, 7. Походу, китайцы считать не умеют. Восьмерка у них вообще цифра не в почете. Так, уже видел. Сишка проморгалась. Так, эмочка. О, жирная, конечно. Ну, мне бы, конечно, какие-нибудь изучения. Экспа. Нет. Самое, друзья, ценное в этом режиме это рецепты. То есть, конечно, это тоже хорошо. Это можно продать, это можно скинуть себе куда-то там. То есть, на какой-нибудь там официальный сервер. Одну сиху скинул, динамит изучил и пошел фармить, бахать всех подряд. Надеюсь, вам данное видео было интересным и, соответственно, полезным. То есть, это, в принципе, почему я здесь играю на этом режиме. Это, в большем случае, тесты, друзья, проверки. И очень много вопросов возникает под каждым роликом, просто везде. И мне пишут постоянно, что и как. И, соответственно, выпускаю, чтобы вам больше информации довести. И чтобы не пропустить следующие выпуски, обязательно подписывайтесь на канал и не забывайте поддерживать большим пальцем вверх. С вами был Хантас. Всем добра. Пока-пока.